ботинка ходим, чтобы не намочиться. Проблемы с дорожным покрытием на улице Девятаева существуют уже не первый день, вот только дорожные службы их почему-то игнорируют. А вот активисты общественного движения «Дорога офф» мириться с таким положением вещей не согласны. Волонтеры уже проводили несколько подобных акций. Ухабы на дороге они обводили белой краской. В случае с этой ямы, уверены люди, полумерами уже не обойтись. После первого сигнала, когда нам позвонили и сказали, что здесь провалилась машина, мы сюда приехали, но приехали мы 7 мая, если я не ошибаюсь, потому что прошел дождь, невозможно было ничего в дождь здесь сделать. Мы измерили размеры этой ямы, глубина ямы была 77 сантиметров. По-моему, комментарий излишний. Буквально несколько дней назад в эту яму угодил автомобиль «Лада Гранта». Сюжет об этом не так давно был в нашей программе. Возможно, пострадавших от халатности дорожников было и больше. Решить проблему усилиями одних лишь добровольцев, разумеется, нереально. То есть это наша акция не первая. Проводим ее примерно уже 8-й раз. Выезжаем, как обычно, в принципе, ищем очень опасные места, делаем эти ямы безопаснее. То есть, чтобы хотя бы люди видели, объезжали, они в них не попадали и не ломали свои автомобили. Дорожникам огромнейший привет. Очень надеемся, что вы нас услышите, увидите и выйдете с нами на диалог. Мы очень хотим совместной работы со всеми. Активисты надеются, что их добрые начинания не останутся без внимания городских властей, а усилия волонтеров уберегут от ДТП многих автолюбителей.